сегодня наша школа празднует свой юбилей. Тетенька ведущая, а Мишу возьмут в школу? Я без него жить не могу. Пожалуйста, он у меня способный. Маша, в нашей школе всегда работали и работают настоящие профессионалы. Они научат не только тебя, но и Мишу читать, писать и многому другому. А сегодня среди наших гостей присутствуют ветераны. Это те учителя, которые стояли у истоков нашей школы. Давайте поприветствуем их бурными аплодисментами.